Боксер из Асбеста Егор Михонцев на днях выиграл бой с венесуэльцем. Поединок проходил на Красной площади. Рейтинговый поединок между уроженцем Асбеста и венесуэльцем весовой категории до 79 килограмм прошел на Красной площади. Здесь праздновали День российского бокса и устроили вечер профессионального бокса. По итогам боя Егор Михонцев одержал победу над венесуэльцем Гусмиром Пердома. На этот раз он победил соперника по очкам. Теперь в списке боксера из Асбеста 13 побед, 8 из которых он одержал нокаутом. Также один раз поединок закончился ничьей. Поражений в его списке нет. Напомним, что асбестовский спортсмен дебютировал в профессиональном боксе 7 декабря 2013 года. Михонцев считается одним из самых успешных российских боксеров последнего времени. Он единственный в составе национальной команды завоевал золото на Олимпиаде в Лондоне. Дважды становился чемпионом Европы.